Перед вами сервисный набор для четырехтактных подвесных лодочных моторов Suzuki, выпущенных на блоке рабочим объемом 1502 кубических сантиметров. Это модели DF70A, DF80A и DF90A. Данный набор подходит для моторов, выпущенных в 2009 году и позднее. В каталоге оригинальных аксессуаров Suzuki данный комплект запчастей имеет собственный каталожный номер, по которому его можно приобрести либо заказать. Откроем коробку и посмотрим ее содержимое. Масляный фильтр. Оригинальный масляный фильтр сделан в Японии. Масляный фильтр необходимо будет заменить сразу же после обкатки мотора. В моторах серии DF70, DF80 и DF90A 4 рабочих цилиндра. Соответственно, в данном комплекте мы сможем обнаружить 4 свечи зажигания DCPR 6E, которые подходят к данному типу мотора. Топливный фильтр низкого давления. Также он выполняет функцию отстойника. Данный фильтр также присутствует в этом комплекте. Ремкомплект водяного насоса. В данном комплекте имеется металлическое основание помпы, металлический корпус помпы, резиновая прокладка, уплотнитель, крыльчатка охлаждения, а также прокладка-уплотнитель водяного насоса. В отдельном пакете мы можем обнаружить шпонку, которая может понадобиться при ремонте водяного насоса. Эта шпонка соединяет крыльчатку охлаждения и вертикальный вал двигателя. В данном пакете прокладка масляного болта, две прокладки масляных болтов редуктора. Один болт нижний, другой верхний. Эти прокладки могут пригодиться при замене масла в редукторе. Комплект из трех кольцевых цинковых анодов, которые находятся, два из них находятся непосредственно в блоке двигателя и один в районе охлаждения выхлопа. Рабочее состояние данных анодов ответственно за антикоррозионную защиту подвесного мотора. Замена анодов является обязательной регламентной процедурой. Также в дополнение к этим анодам имеется три резиновых прокладки, три колечка O-ring, которые уплотняют крышку, за которой находится анод. Шплинт, который фиксирует гайку грибного винта. Замена шплинта может понадобиться при частой либо регулярной замене грибного винта. Родной шплинт может обломаться и выскочить, поэтому в данный сервисный набор включен дополнительный шплинт. Приобретая данный сервис-пак вместе с новым мотором, вы решаете проблемы с деталями для первого ТО, а в дальнейшем и для межсезонного. Комплектация данного сервисного набора разрабатывалась инженерами Suzuki на основе многочисленных сервисных отчетов. Поэтому в его состав входят только необходимые детали и не входят те, замена которых маловероятна. Приобрести либо заказать данный комплект вы сможете у официальных дилеров Suzuki.